Биеннале встретил там возле украинского павильона ректора Академии господина Чебыкина и спрашивал его, ну вот видите, что украинское искусство такое, да, а искусство всего мира другое. Может быть, давайте какой-то вот введем такой спецкурс в Академии по современному искусству, я хотел бы преподавать. Он сказал, ты монашка и так лучше всех. Понимаете, если ты выбираешь бабло или не бабло, деньги или не деньги, то это не мучительно. Это просто... Слава, кстати, гораздо слаще, чем деньги. Это какая слава? Она бывает, правда, в основном дешевая. Ну, так, и кого же, понимаете, ну, кого ты обманешь? Ну, себя ты не обманешь. Ты получишь, ну, там, допустим, и тебе начнут писать таблоид, и там, твое лицо станет. Ну, и флаг тебе. Что ты с этим делаешь? Ну, живи. Ты же сам придешь, если ты там нарисовал картину, написал картину, там поставил спектакль. Кого ты обманул? А вы зря уходите, сейчас будет обескосство.